В этом уроке мы с вами попробуем разобрать такую небольшую секвенцию, которая обыгрывает простые обычные аккорды. Значит, в основе лежат аккорды, например, ми мажор, и у нас и вот трезвучие. Это трезвучие мы с вами обыгрываем ломаным способом, то есть сначала мы начинаем играть с третьего звука арпеджио, то есть если вот мы играем ми, ре, ми, фа диез, соль диез, то мы начинаем с соль диеза, то есть это трезвучие, то есть терция от основной ноты. То есть и получается, в правой руке мы играем строгий переменный штрих, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. И получается, сам пульс идет у нас тревольно, то есть раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Вот такие вот элементы, как, например, обыгрывание вот такого трезвучия, мы играем с вами первым пальцем. Оп, палец поднимаем и перекладываем его на третью струну. И потом возвращаем к первой струне, то есть чтобы пальчик у нас не отрывался от грифа. То есть получается, это уже будет неправильно, потому что нужно будет пальцем прыгать. А вот это правильный способ. Оп, и фалангой пальца, то есть мы зажимаем первую струну для того, чтобы потом кончик пальца перекатить на третью струну. Следующая аппликатурная форма, можно ее играть двумя способами. Первый способ — это мы потом, например, играем первый палец, мизинец, потом второй, третий, снова второй, третий. Вот такой способ, он не совсем удобный. Он есть, но он не очень удобный. Почему? Потому что пальцы, они большие у нас, толстые, и они порой не помещаются на грифе. Если, например, мы бы обыграли какой-то такой аккорд, например, где-нибудь, здесь уже проще. А вот в верхней части грифа лучше будет, если вы поставите второй палец на четвертую струну и перекатите его. Вот. И, в принципе, так со всеми струнами у нас идет. Здесь тоже мы перекатываем палец. Здесь перекатываем. Здесь. Оп, снова перекатили. Снова мажорная обычная схема. Здесь у нас получается растяжка, но тренируем ее. Снова растяжка. Палец ставим, перекатываем. Вот это место сложное тем, что палец мы ставим один и тот же при возврате. То есть получается, потом уходим сюда на минор. И вот это, наверное, самое сложное место здесь. Почему? Потому что у нас идет растяжка. Вот, и здесь хочется вот сюда уйти, но мы как раз уходим сюда, потому что аккорд минорный. Еще старайтесь сделать так, чтобы у вас не было такого. Вот этих вот залипающих нот. Чем ниже мы спускаемся, тем больше мы делаем полмен, чтобы был звук не такой, а вот такой. Он более такой четкий, более приятный. Ну и концовочка у нас. Здесь тоже у нас растяжка огромная, поэтому здесь нужно. И заканчиваем это все